Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова, а напротив меня наш постоянный эксперт Александр Шевалдин, руководитель отдела продаж недвижимости группы компаний «Делай деньги». Александр, добрый день. Добрый день, Мария. Сегодня попробуем разобраться, как выгоднее приобретать недвижимость у застройщика или через агентство. Александр, есть такое мнение, что приобретать квартиру у застройщика выгоднее. Это так, действительно? На самом деле это миф. Покупать квартиру, что от застройщика, что через компанию «Делай деньги», одинаково по стоимости. А как это возможно? Здесь же появляется посредник. Агентству платит комиссию сам застройщик, который заинтересован в реализации объектов собственных. Не покупатель, а застройщик. Да, все верно. Если вы ориентированы на какой-то конкретный жилой комплекс, уже знаете, что вы хотите, то можно обращаться, конечно, напрямую к застройщику. Но если вы еще не определились с районом, если вы изучаете только этот рынок, то лучше всего обратиться в агентство недвижимости. Почему лучше? Может быть, какие-то приведете аргументы? Да, на самом деле их несколько. Во-первых, компания «Делай деньги» работает со всеми застройщиками города Кирова, поэтому у нас ассортимент не ограничен только теми объектами, которые представлены у одного застройщика. При этом бывает зачастую застройщикам надо избавиться от каких-то квартир, то есть что-то в первую очередь продать. Мы знаем все остатки у застройщиков. Во-вторых, мы сравниваем застройщиков между собой и расскажем все характеристики того или иного дома, и человек получают более объективную информацию. Ну и в-третьих, это качественный сервис. Все можно сделать в режиме одного окна. Если вам надо будет продать квартиру, это можно будет сделать у нас же. Есть специальный отдел, который даже сможет провести эту сделку в течение одних суток. А можно ли, покупая через агентство, получить льготную ипотеку, которая популярна сейчас при приобретении жилья в новостройках? Проблем с ипотекой тоже нет никаких. Все те льготные условия, которые есть у застройщиков, они распространяются и для наших клиентов. От себя мы также можем предложить услуги ипотечного брокера и выгодные условия от банков-партнеров. Давайте резюмируем теперь. Если я правильно поняла, покупать через агентство недвижимости тоже выгодно. При этом там есть режим одного окна, то есть это еще и удобно для покупателя. Да, все верно. Клиент точно, как минимум, не переплатит, а может даже выиграет в цене благодаря широкому выбору объектов недвижимости. Самое главное, обращаясь в агентство недвижимости, клиент экономит свое время и свои нервы. Также человек не обязан разбираться в строительстве. Ему не надо изучать рынок, не надо изучать финансовые программы банков, искать более выгодные условия. На это можно впустую потратить уйму времени. Лучше довериться профессионалам, тем более покупка недвижимости – это одно из самых главных событий в жизни каждого человека. Ну и давайте напомним, куда нужно обращаться. Бизнес-центр «Кристалл», 7 этаж, телефон 77769. Еще раз напомню, что в студии у нас был Александр Шевалдин, руководитель отдела продаж недвижимости группы компании «Делай деньги». Александр, спасибо вам за разговор. Доброго дня всем слушателям. Пожалуйста, до свидания. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Услуги по займам и сбережениям предоставляет кредитный потребительский кооператив «Делай деньги» Киров. Является членом ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов содействия», реестровый номер СЗ-0385. Услуги по недвижимости оказывает ИП «Павлов Никита Константинович», ИНН 4345-830-86-879, ОГРН ИП 3164-35-00-98-047.